Итак, сегодня в Мурманске на встрече заместителя губернатора Григория Страти с делегацией Минска обсуждались перспективы сотрудничества области и Республики Беларуси. В первом полугодии 2014 года товарооборот составил более 52,5 миллионов долларов. Белорусская техника, МАЗы, БелАЗы, тракторы работают на горнодобывающих предприятиях области. Наш апатитовый концентрат поставляется в Беларусь. Таможенный союз упростил взаимодействие предпринимателей, и сегодня сотрудничество в торгово-экономической сфере активно развивается. Мы смотрим вперед, и очень приятно, что отношения развиваются, и для этого есть все, как бы, на сегодняшний день основания. Мы видим нереализованные в полной мере еще возможности в самых разных отраслях, как бы, начиная, конечно, с продовольствия, безусловно, поставки рыбопродукции, может быть, организации каких-то совместных перерабатывающих мощностей. Также поставки продовольственных товаров особую актуальность сегодня. Предприятия области заинтересованы в развитии прямых хозяйственных связей с предприятиями Беларуси. Установились дружеские отношения и в спортивной сфере. Яркий пример – международный праздник Севера. В этом году спортсмены Беларуси стали абсолютными чемпионами Полярной Олимпиады, а Сергей Долидович – восьмикратным победителем лыжного марафона. Одним из перспективных направлений в сотрудничестве является организация санаторно-курортного отдыха северян в Беларуси. Подписали соглашение о побратимстве между городами. Я считаю, что это очередной шаг в нашем развитии наших взаимоотношений между городами, не только в экономической сфере, но и в культурной, в исторической, в научной деятельности. Поэтому я думаю, что у нас только все впереди.